Ребят встречают сотрудники канала ОТВ. Экскурсия начинается с архива. Здесь находится самое ценное – все, что создано журналистами за 18 лет вещания. Новостные сюжеты программы, в которых рассказывается о жизни города и района. Взяв кассету, можно совершить путешествие в прошлое. А в настоящем жизнь в редакции кипит. Группы отправляются на съемки. Кто-то из журналистов пишет текст, редактор занят медиапланированием канала. Именно он определяет, какую информацию получит зритель. Телеканал – это сложный механизм, где важен каждый сотрудник, например. Без монтажеров сюжет не попадет в эфир, а без звукорежиссеров зритель ничего не услышит. В экране останется, как говорят телевизионщики, голая картинка. Только слаженная работа коллектива – залог хорошего конечного продукта. Особая гордость редакции – студия. Здесь записываются новостные передачи, авторские проекты. Именно сюда приходят гости и рассказывают об интересных событиях, которые происходят в жизни района. Ребята смогли попробовать себя в роли ведущих. Какое качество самое главное для корреспондента? Ну, конечно же, красота и знать русский язык. Алексей Лагутин продолжал открывать им телевизионные секреты и доказал, что может за считанные доли секунды перенести их из одного пространства в другое. Такие встречи – это и ранняя профориентация детей, и популяризация работы журналиста, человека, который ежедневно с экрана приносит в ваш дом самые свежие новости. Мария Шматкова, Алексей Лагутин, Артем Ломоносов, телеканал «Одинцово».